Сегодня все несовершеннолетние, перемещенные из семейного образовательного центра последователей Кришны, вместе с воспитателями покинули учебный центр МВД Абхазии. Напомним, что после резонансного сообщения в российском СМИ о возможных неправомерных действиях в отношении несовершеннолетних, руководство Министерства внутренних дел Абхазии закрыло семейно-образовательный проект «Страна души». Дети были размещены на территории учебного центра МВД. В общей сложности МВД Абхазии вывезло из села Пшап 9 ребят самого разного возраста. За эти дни дети успели отдохнуть, искупаться в море и вдоволь выспаться, благо режим подъема в 5 утра на территории учебного центра не действовал. За прошедшие выходные из учебного центра МВД, где дети находились под присмотром руководителей, участковых и собственных воспитательниц, родители забрали 5 мальчишек. Оставшиеся 4 ребят в сопровождении инспекторов по делам несовершеннолетних – и представители МВД России в Абхазии отправились на абхазо-российскую границу, где их встретят родные.